Ставь лайк и пиши в комментариях, какое число тебе выпало, и мы узнаем, куда обычно ты бьешь. А спонсор, вы ищете накрутку монет по хорошим ценам, тогда для вас ссылочка в описании, а также мой промокод. Но будьте внимательны, накрутка идет на ваш страх и риск. Всем привет, друзья, с вами Влад Кабуза. Сегодня вместе с вами буду получать награды за абонемент FIFA Mobile 100-260 гривен. Как всегда, приходится тратить на всякую ерунду и бабки, но что поделать, eSports просто-напросто вынуждает для того, чтобы делать для вас контент. Платеж выполнен, денежки мы потратили. И можем теперь забрать все награды. Давайте начнем с самого главного. Мы будем забирать вместе с вами сегодня награды. Также я вам расскажу о скрытой информации. Конечно, она не факт, то, что будет достоверно, но 50 на 50. Это от моих ребят знакомых, которые живут в Италии, и они хорошо знают, что и как там должно происходить в турнире. Сейчас будем забирать, и поэтапно буду вам все рассказывать. Вы там услышите для вас интересующую информацию. Возможно, некоторым из вас она пригодится, а возможно, некоторым и нет. Вау. Муса Сисоко. Рейтинг 91 составляет. Давайте посмотрим на характеристики его. Ну, для ЦП даже очень неплохо. Еще усиление навыков красное. Красное усиление навыков — это нереально круто. Разворот на 360 градусов. У него контр, усиление навыков. Забираем награды. Интересно, сколько сумею плюс добавить своему составу. Это не мой аккаунт. Я сейчас нахожусь у моего подписчика на аккаунте. Я ему прокачиваю аккаунт. Бывает, делаю такое, то, что захожу на аккаунты подписчиков, прокачиваю и так далее. Типа, ну, за то, что предоставляют мне аккаунты. Вот так вот. Надеюсь, что это крутое дело, то, что я делаю. Иногда, возможно, зайду на ваши аккаунты и буду вас тоже прокачивать, там, донатить FIFA Points и так далее. Посмотрим, как будет дело обстоять. Я для вас купил аккаунт с рейтингом 102. Чтобы вам принять участие, вам нужно всего лишь подписаться на мой канал, поставить здесь огромнейший лайк, написать абсолютно любой комментарий, также быть подписчиком моей странички в Инстаграме. Результаты в течение 1-2-3 дней у меня в Инстаграме, либо в моей группе Влад Капуста. Видеоролики я, к сожалению, не смогу сделать, потому что ролики уже все записаны, а я буду отъезжать где-то так на 10 дней. Вот так вот, но во время того, как я буду в отъезде, я буду стараться быть в тренде, и все ролики по новым событиям у меня будут на канале. Также FIFA Points, если вам нужны, обращайтесь ко мне в личном сообщении ВКонтакте, цены будут приемлемы. Интересно вообще, плюс сколько мы сумеем усилить состав моему подписчику с помощью этих усилений, которые нам здесь даются, и наград. Набор UEFA Champion, забираем легендарное усиление, монетки заберем, обычное усиление, столько все дается нам здесь. Блин, самое крутое — это красное усиление, если что, пытайтесь красное забирать усиление, потому что их легче всего прокачивать. Ну и пытайтесь покупать игроков в ваш состав именно с красными усилениями, это самое главное усиление, которое есть. Хотя, конечно, некоторые другие могут пригодиться, если у вас дриблинг в основе и так далее. Такая погода шикарная на улице, я вот сейчас просто слушаю, как птички поют, блин, аж настроение хорошее. Кстати, как у вас там с погодой? Обычное усиление 1000 штучек. Неплохо так, 1000. Офигенно, конечно. Супер крутое предложение, это абонемент. Если у вас есть денежка, типа, покупайте. Возможно, если под этим роликом наберется, ну, где-то лайков 7000, я разыграю парочку абонементов и по-быстрому сделаю розыгрыш, чтобы, ну, я успел это все вам показать, чтобы никуда не уехал. Если, конечно, здесь очень много лайков наберется. Потому что я так уже дофига денег слил за последнее время. Реально, очень много слил. Так, элитный игрок. 3 штучки. Давайте посмотрим, кто мне будет выпадать. Прикиньте, сейчас вообще мастер выпадет. Будет здорово. Но нет. Ладно. Вчера он выпадал мне уже. Торрес. И сейчас последний игрок, который мы откроем. Надеюсь на то, что будет мастер. Ну, 89 рейтинг. Тоже неплохо. Дембеле. Ого-го-го-го-го. 122 ускорения, 117 скорость рывка, 101 завершение, 94 сила. Короткий пас 114. Видение 112. Навесы 113. Дриблинг 132. Нихера себе. А, у него владение мячом, усиление навыков. Ну, 50 на 50, конечно, усиление навыков. Надо посмотреть, насколько я могу прокачать это усиление. Ну, пойдет, думаю, что делать. Итак, мы заберем его карточку. Рейтинг 94 карточки его составляет. Давай, давай, вылетай, вылетает! Офигенно. Абонемент мы сумели пройти, ребята. На Reddit всплыла информация, что для третьего турнира нужно будет иметь овер 105. 11 игроков Лиги Чемпионов. Что вам 100% нужно будет иметь в вашем составе? Это 2-4 игрока команды финалистов в составе. Например, брать нужно игроков
Аякса либо Барселоны, но смотрите, когда определяется пара Лиги Чемпионов, так сразу. Их мы узнаем 8 числа, а турнир окончится 23 числа. Вот так вот, ребята, я надеюсь, то, что вам пригодилась эта информация, которую я вам дал. И мне кажется, то, что уже следующий игрок, который будет у нас, это будет Прайм Кумир с ретем 100. Это в третьем туре. Так что надеюсь, вы будете довольны тем, что eSports для нас делает. Турнир, конечно, задротский, но без турнира как-то скучновато будет. Насчет тотсов, 10 мая уже будет опубликован весь список тотсов, которые у нас, возможно, будут. С 10 по 15 в FIFA Mobile выйдут новые события, это TOTS. Так что пока что нам придется подождать и играть в одно из самых скучных событий, которые могли выпустить eSports, это Лига Героев. Вот честно, я не особо доволен остался этим событием. Как-то, ну, не могу сказать, что это крутое событие, это такое, ну, обычное событие, которое они выпустили. Я даже не знаю, как-то не особо интересно вам будет проходить это событие. Конечно, вы захотите получить Дугласа Коста, но это так долго времени нужно будет провести для того, чтобы получить его карточку. Но что есть, то есть. eSports, хорошо, что вы стараетесь, но не всегда это все выходит так круто, как нам хотелось бы. Ладно, ребята, надеюсь на то, что вам мой ролик понравился. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, влепить здесь кучу лайков, написать, возможно, какие-то крутые комментарии, чтобы я вас заметил. Ну а всем вам до скорых встреч и всем вам пока! Владислав Капуста владеет же он славой. Это правда не просто спроста же есть славы. Славу он гордится тем, то, что он из подписчик. Ой, не точнее подписчик, а ютубер же у нас. Влад Капуста, он такой хороший, добрый человек. Но иногда матерится, но тебе же в ответ. Но не тебе же в ответ. Он матерится, а вот так просто бомбит некоторое время. Но это пустяк. И что же еще могу сказать я Владу-то? Владу хочу, чтобы он счастливым всегда был. Свою тачку он ценил и девушку же любил. А что же еще могу сказать про Владислава? Владислав, он капуста, он охуенный же пацан. Летит, вращается с планеты за годом, год она. За часом, за часом. Мы все горим от нетерпения, чтобы Владислава Капуста был видосик нестерпения. Блин, вообще не получается ничего.